ждет злая история. Те, кто искренне верит, могут судьбой поспорить. С уважением к прошлому мы запустили корни, чтим подвиги предков, омытые кровью. Школа жизни, диалог поколений, то, что по-настоящему важно, во что мы искренне верим. Каждый пропущенный удар делает сильнее, с опытом приходят победы, и вот ты уже первый. Молодые и сильные, с любовью к России, открытой душой, кто бы что ни говорил нам. Те, для кого долг и честь — это не просто слово, те, кто вписал новую главу в историю. Пусть нас не собьют с этого пути, все, что нам мешает по жизни уверенно идти. Каждый новый шаг — это новый шанс, будь с ним. Твое будущее — это только ты. Всем знает это на зло. Дорогие друзья, всех жду 23 февраля на площади ДК Подмосковья в Красногорске в 12 часов. Будет 10-я юбилейная акция. В этот раз она всероссийская. Мы организовали 8 регионов в режиме телемоста. Самая восточная точка у нас в Улан-Удэ, самая западная точка – это Симферополь. Около 1000 человек одновременно обольются холодной водой. Скорее всего, запись в Красногорске мы в ближайшие дни закроем, потому что количество участников превысило 170 человек. Для зрителей будет очень большая программа, а именно всех будут кормить бесплатно. Кто больше всех подтянется, будет стоять отдельно турник, получит 10 тысяч рублей. Будет интерактивная площадка, где вы в больших боксерских сувенирных перчатках можете посоревноваться друг с другом. Много юмора, много известных людей приедет на это мероприятие. Много различных конкурсов, где будут разыгрываться абонементы в тренажерный зал Ярополка, а также в профи Pump Fitness. Приходите, берите друзей, будет очень здорово. Прямая трансляция будет на всех площадках клуба Ярополк. В Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Друзья, жду 23 февраля в 12:00.